Всем привет, с вами Вован 3013 и Полк, и сегодня мы будем достраивать павильон. Конечно же, это тоже будет в ускоренной перемотке. И что, погнали? Но мы сейчас будем обустраивать, продавать, уран, наверное, мы будем продавать, да? Угу. Также мы за кадром, не помню, я помню, за кадром сделали... Обмен да, валют. Мы за кадром обмен валют сделали, а также мы обменяли магазин. Теперь у нас все продается за промышленные монеты. У нас уже вон, сколько купили? 26 монет купили. Да. Это где? Так, ну что, раз, два, три. Так, ну вот мы и доделали павильон, как вы видите, и у меня, вот если вы видите, ну я, конечно, это приближу, то тут у меня уже на графике осталось 2% заряда, так что я сейчас иду подзаряжать заряда. И, как вы видите, за это все время у меня очень было много угольной фигни, угольной пыли. У меня молекулярка снеслась. А почему он так медленно заряжается? Мой график. А, ну он так и должен. У меня молекулярка. Нет, у меня как бы всегда быстро. Да? Снеслась. Я знаю, какая... где она внизу. У меня вообще кикнуло, и где им вылетел. Это жестоко. О, дэнсики. В общем, сейчас мы планируем... Как вы видите, молекулярка залагала. Она... А, вот все, я ее взял. Да? Она у меня снеслась вообще чисто. Как? Не знаю, я открыл, открылась и снеслась. Я из нее взял землю, которая в ней лежала, и все. Она там не валяется, случайно, эта земля? Это я не знаю. А, вот все, три земли я взял. Она зюбла, значит. Я все забрал.
Не, да. Гораздо больше стак, два стака земли. Да? Опять ты вышел. Я зашел. У меня есть вторая молекула. Так, ну вот такая вот у нас короткая серия. Да, я думаю, будем заканчивать. Нет, все, давай продолжим. Ну, как бы уже время поджимает. Положи молекулярку землю. Да? Сейчас. Которую ты есть. Да, она пойдет минус, я знаю. Нет, просто положи. Это... Так зачем, если там уже есть? Много? Нет, там. Ладно, сейчас положу. Вот все. Ну, раз Саша улетает, то я думаю, пора закончить эту серию. Да? Секундочку нужна еще до конца. Ладно. Это должен... Грабик уже зарядился до 100%. Значит? Офигеть, тут сколько это... Зачем ты столько повыбрасывал всего? А? А зачем ты тут всякого мусора повыбрасывал? Какого? О. Землю? Угу. Нет, там еще была... были доски. Я их сейчас... Это значит бак. Я как бы... У меня их даже не было в инвентаре. Наверное. Бак. Ну ты где? Давай на башню. Давай. На какую? На маяк? У выхода. Около какого выхода? Вот. Это вижу. Ого! Что так 300 лет лежит? Там, где мы заканчивали вторую серию, второго сезона. О. И если здесь впервые, то можете подписаться на канал или просто подпишитесь без всяких, если вы впервые. И также поставьте лайк. С вами был Вован и Полк. Всем пока. Bye-bye. Bye-bye.